Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь 7 способов использования огуречного рассола. Самым распространенным способом применения огуречного рассола является поправление здоровья после душевного застолья. Также он очищает организм при различных инфекционных заболеваниях и восстанавливает водно-соляной баланс. Эта жидкость является основой рассольника, солянки и кальи. Но мало кто знает, что огуречный рассол имеет и другие области применения. Полезный канал подготовил для тебя интересную информацию, которую однозначно стоит взять на вооружение. Используй рассол в качестве маринада. Он сделает свиные отбивные или стейки просто потрясающими и очень нежными на вкус. Нарежь мясо средними кусками, залей рассолом и оставь на 4 часа. Достань мясо из маринада, посыпь специями и полей оливковым маслом. Поставь в разогретую до 200 градусов духовку, запекай до готовности. Придай вкуса отварному картофелю, добавив немного рассола в воду при приготовлении этого гарнира. Также рассол можно добавить прямо в картофельный салат, чтобы улучшить вкус блюда. Добавь немного рассола в оставшиеся со вчера макароны с сыром, чтобы вернуть им вкус. Испеки простое и аппетитное печенье, используя рассол. Замеси тесто из 0,5 кг муки, добавь в него по 10 столовых ложек сахарного песка и растительного масла и огуречного рассола. Раскатай тесто, вырежи стаканом или формочками фигурки и запеки их в разогретой духовке при температуре 180 градусов до румяно-золотистого цвета. Чтобы приготовить коктейль Кровавая Мэри, более интересно, добавь в него столовую ложку рассола. Используй эту жидкость, чтобы засолить яйца, лук, чеснок и многое другое. Улучши вкус кетчупа или соуса для барбекю, добавь в него рассол по вкусу. Если ты не планируешь использовать огуречный рассол сразу, его можно заморозить в формочках для льда и приготовить потом. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.